Внимание! На чебоксарских пляжах купаться запрещено. Инженерная защита проверила воду и песок. Выяснилось, что они не соответствуют нормам Санпин. Соответствующие организации должны принять меры для предотвращения возникновения эпидемий, передающихся водным путем. Специалисты инженерной защиты и Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии будут регулярно брать пробы песка и воды на проверку по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Ограничения будут сняты тогда, когда вода на чебоксарских пляжах будет соответствовать нормам. Последний забор воды был проведен 5 июля. Управление Роспотребнадзора по Чувашии должно принять решение о состоянии городских пляжей.